все это я себе менял. Дорогие друзья, я давненько не помню, что в городе были такие бури, ураган, пылевой, шняный, еще из рассеянных полей, запада, много грунта еще не взошедшего, поэтому сейчас я попрошу просто-напросто перейти себя, ни в коем случае нельзя сейчас даже в руки спички брать, подходить к нему, это может превратиться в страшное последствие. Скорость ветра больше 20 метров в секунду, также будет распространяться и огонь. Вообще лучше побыть дома, там, обезопасить себя, посмотрите, чтобы ребятишки лишний раз не гуляли, надо перетерпеть. Я сейчас проехал по городу, все коммунальные службы, руководители на объезде, будем делать все возможное для того, чтобы все предотвратить. Самое главное сейчас берегите себя.